smoke weed every day. Дорогие друзья, с вами я, Дели, и сегодня со мной мой коллега, мой единственный коллега, это Бенни Мэн. Я вернулся с прошлого отпуска, и мы снова готовы открывать разные сверхнаучные эксперименты. Да, привезли пришельца, которого мы должны вскрыть и посмотреть, что в нем находится. Да, и сегодня будет мой помощник Сидоджи и KFC Woman. Правда, Ундерштайн ушел в отставку после прошедшего, но он скоро вернется. Он просто празднует Новый год. И давайте же мы посмотрим на образец пришельца, которого нам дали. Как мы видим, это самый опасный экземпляр пришельца. Мы видим то, что он замерз во льду много лет назад. Но нам нужно теперь из него вытащить пришельца, не повредив его осанку. Давайте же мы начнем. Пришелец едет! Боже мой, это кажется за льда, лед-то скользкий. О боже! Коллега! Я получил по лицу! Тебе пришелец дал звездили. О нет! О нет! Пришелец взбесил! Нет! Он взбесился! Нет, он же. Я его. Его нужно остановить! Подожди! Что с ним? О, ну, ССБ! Я должен. Я остановил его. Нам нужно как-то убрать лед. Его нужно как-нибудь поскорее извлечь. Нам нужно его разогреть. Черт. О! Он успокоился. Так. Ох, мы его разогрели. Но он все равно твердый. Ну сейчас он растает. Просто внутри, понимаешь, он весь во льду. Нам нужно аккуратно его положить на стол. Ложись на стол, пришелец. Так, вот так вот. Мне показалось, или карта поменялась. Так, опа, да он растаял. Так, отлично, он растаял. Теперь, как вы видите, он... Это пришелец внеземной цивилизации. Это сегодня... нормально, что мы его постоянно дергаем, вот это все с ним делаем. Это довольно нормально. Посмотрите на его я руки. Я снял очки, чтобы надеть их правильно, потому что я безумный. Посмотрите внимательно на его руки. О, видно, боже. что этот пришелец очень хорошо умеет плавать. Да, у него даже и нет этих ластов. Нет, просто он... И как же этот пришелец может говорить? Ну, наверное, они общаются телепатически. Но нам нужно его вскрыть. Коллега, давай, нужно давайте. Взять самый аккуратный элемент. Давайте. Вскрытие. Боже, где я? Так, вскрытие. Я буду вас снимать, коллега. Ну, этот пришелец необычный. Давайте смотрим на его заднюю осанку. Как мы видим, он слишком опасен. У него самая страшная спина на свете. Смотри на него. О, да боже, мой. я не могу взять свой самый прекрасный элемент. Так, мы должны его вскрыть. Как мы видим... О, черт, он сопротивляется. Как ты его постоянно бьешь, куда он, блин, деваться? Он должен открываться. Ладно. Попробуем следующий способ открыть это ужасное существо. Итак, как мы смогли найти в книгах, чтобы вскрыть... толстую плоть пришельца, нам нужно его погрузить в специальную ванну с арбузами. Черт, у него ноги могут проходить сквозь текстуры. Это не есть хорошо. Так, черт, он не хочет залазить внутрь. Так, вот, мы его положили внутрь. Теперь нам нужно положить специальные таблетки. Раз, два, три. Коллега, что вы скажете насчет этого? Я не уверен, что это наша самая первая бомба способна сделать данное существо.
это... Все-таки нам еще одну надо пачку таблеток положить на всякий случай. Нет, все-таки этого хватает. Теперь самый знаменательный момент. Вы готовы, коллега? Я лучше спрячусь. Я записываю. Раз, два, три. О боже! Нет! А? Миксер улетел! Миксер! Лови его! Черт! Я забыл закрыть крышку! Коллега! Где вы? Я снимаю. Коллега, этот пришелец. Сделался. О боже, нет. Нам нужно. Штраф, если мы сломаем лабораторию. О черт, миксер. Кто продает такие миксеры? Нет, черт. Я упал с лестницы. И мы должны поймать миксер, потому что если мы его не поймаем, тогда он уничтожит вселенную. Все. Я практически его поймал. Нам осталось только его закрепить. О, нет. Нет! Нет! Мой коллега, помогайте мне! Коллега, я снимаю! Что мы потом закажем нашим другим? Вы учились в Хогвартсе, чтобы просто научиться снимать? Нет! Я почти поймал его! Черт! Чёрт! Этот миксер довольно умён. Так, опа. Я же говорю, наша самая первая бомба не лучший вариант для измельчения. О, нет. Я прям чувствую себя, как будто я ловлю паука дома. Так, да что ж ты будешь делать? Так вот, нам нужно отключить электричество. Мы поймали его. Коллега, держите его. У меня камера в руках. Так, сейчас мы измельчим все это дело. Я его держу. Воу. Ложим его внутрь, закрываем. Теория заговора. Ардин Арбузик. Так, ложим его внутрь. Не забыть надо про банки. О, нет! Я взял не то. Не забыть про банки. Так, аккуратно. Нам нужно много всяких вещей, которые смогут... сломать его оборонную кожу. Вот это пойдет. Таблетки тоже пойдут. Вот так вот. Компьютер, КС-ка, она должна помочь. А теперь нужно положить самый главный элемент. Сидоджи. Сидоджи, иди сюда. Зачем вам Сидоджи? Сидоджи должен помочь измельчению. Ну, Сидоджи, измельчение, мне кажется, это несовместимые вещи. О боже, ФПС проседает. Я же говорю, Сидоджи помогает нам. Давайте лучше включим. Подождите, я лучше отойду на далекое расстояние. О боже, смотрите. Измельчение. Измельчение идет полным ходом. О боже мой. Оно съезжает. Черт. О нет. Мне кажется, что-то вообще нифига не работает. О боже, что происходит? Это аномальная зона с проседанием ФПС. Не знаю, с чем это связано, но мы, кажись, пришелец пропал! Он реально пропал? Где он? Где он? Я не знаю, где он. Ты меня зажал. Пришелец пропал! И что же это может быть? Скорее всего, его похитили внеземные цивилизации. Лучше давай промолчим про твою предыдущую работу. Нам надо найти пришельца. О, черт! Отправляемся в путь! Мы приехали! Кажись, это он! Сбивай его! Сбивай! Он ожил! Вы его сбили? Нет, он до сих пор жив! Нам нужно остановить его. Черт, остановитесь! Возьмите меня обратно! Вот он! Подбирайте его, подбирайте! Я его опять перееду! Так, Сидоджи сделал свою работу, нам нужно его прицепить к машине. Где? Лебедка. Давай, Сидоджи... Подожди. Его нужно прицепить к Сидоджи, как к наручникам. Падла, больше не заходил на нашу планету! Так, подожди. Жопа лысая! Черт! Меня машины зачем давить? Подожди, этот внеземной цивилизация должен быть арестован. Он должен быть прикован к руке нашего постояльца. Так, вот, теперь они реально. Теперь
углепластик. О, нет, он вылез из его объятий. Да. Все, наконец-то углепластик теперь... К жабе прикрепил, да? Такой? Да, все, теперь он сможет противостоять ему. Давай, уезжаем. Едем прямо. Смотри! Эй, смотри, что он делает! Что там? О, нет! Что происходит? Нет, коллега, смотрите, что сзади происходит. О, камера, сбить! О, нет! Я случайно... Я удалил веревку! Коллега! И пришелец улетает! Пришелец улетает! А! А Сидоджи под машиной, Сидоджи. О, боже, я не могу его поймать! А я не могу Сидоджи вытащить. Доджи. Помоги, надо, нужно помочь Сидоджи, это во-первых. Подожди, я не могу поймать пришельца. А, коллега! Сидоджи под машиной, я не могу его достать, я его достаю. Помогите мне, коллега, она скоро, эта штука скоро меня убьет. Если она упадет с моей статуи, это конец. Что нам делать? О нет, коллега! Нет! А! За ней! Где мы? А вот он, лови его, я поймал его, несем его. Черт, нам нужно быстрее его поймать, потому что если мы его не заберем, тогда это будет конец всему. Но черт, ну как нам подняться наверх? Ну, мы в текстурах. Подержите этого персонажа. Я сейчас постараюсь подняться наверх. Ловите его. Я не могу его поймать, а, я его поймал. Я поднимаюсь. Все, я поднялся. Так, держите, дайте мне его. Так, спасибо. Так, все, теперь нам... Так. Прикрепите его и поехали. Мне нужно его тоже прицепить, вот. Все. Теперь эта база не уедет. Так. Садитесь. Садимся. Уезжаем. Сидоджи, как вы? Кажется, Сидоджи все в порядке. Развернитесь, коллега. Едем. Идеально. Да. Уезжаем отсюда нафиг. Черт, что нас держит? Я не знаю, пойду проверю. Кажись, я смог. Нам, ну, кажись, нужно установить новые подручные средства. Черт. Вот, блин. Что? Он опять застрял. Ну ты, подло, какой он, иди сюда, я тебе сейчас... О, наша машина! Что с ней? Из нее сделан углепластик. А! Нет, черт, садимся, коллега. Подождите. Я прямо с немаленьким пришельцем. Я уезжаю. А-а-а! Суперско! Черт! Где машина? Где машина? Нормально так-то. Где машина, коллега? О! Там, где есть Сидоджи. Идеально, кстати, они все припаркованы. Так, нам нужно собрать Сидоджи. О боже, что происходит? Я не знаю. Кажется, мы нарушили пространственно-временной континуум. Я знал, что нельзя пить. Черт, куда машина? Машина! Она улетела! Черт, мы остались она здесь навсегда! Улетела. Машина просто улетела далеко куда-то. Я не хочу опять автостопом. Ты хочешь быть автостопом? Не хочу! Черт! Давайте найдем лучше эту машину. Вот она, я ее вижу. А, давайте. Так. Вы можете к ней сесть, коллега? Вы сели? Едьте. Я сел, о! Я еду, а! О, нет, коллега! Я сбился! А! Я сейчас попытаюсь сесть в нее. О боже! А! О, боже. Коллега, помогайте! Вытащите меня из этой жопы! Коллега, быстрее! Идите сюда! Я смог вытащить отсюда в эту машину. О! Смотрите, сколько тут веревок осталось! О боже, это, кажись, мы настроили пространственно-временной континуум. Посмотрите, что с этим существом. А, может, это где, где Сидоджи? Нам нужно... Где Сидоджи? Ладно, потом где, найдем... Где Сидоджи не потрачены? Да, ладно, садитесь. Мы должны вот поехать в будущее. Так, едем. Мы ищем Сидоджи. Параллельно едем в будущее.
А, завтрашний день! Это паранормальное место. Из нескольких парометровых ниток у нас появилось множество разных других. Углепластиковый человек. Продолжение. Чего? Коллега! Что, коллега? Я нашел фиолетовую воду! Так, наконец-то мы смогли обратно починить машину. И мы уходим из этого ужасного места. Наконец-то. Да. Как ваши ощущения, коллега? Я чувствую завтрашний день. Да, потому что мы так и остались в завтрашнем дне. И мы не сможем вернуться обратно во вчерашний. Теперь... Мы приехали. Да. О боже, это же наша лаборатория! Мы соорудили корабль, чтобы отправить нашего пришельца обратно домой. Оператор, кого ты снимаешь? Я корабль снимал. KFC Woman довольно вежливо относится к этому всему. После трех крылышек она хочет отправить корабль обратно. И мы смогли отправить пришельца, точнее сейчас отправим его. Черт, тебе не кажется, где Сидоджи? Сидоджи! Нет! Сидоджи! Кажется, углепластиковый человек хочет улететь вместе с ними. Ну ладно, пожелаем ему удачи, он будет там как шпион. Давай, раз, два, четыре, семь, два, один. Да запускай ты уже! Они улетают! Прощай, Сидоджи! Прощай! О нет, кто-то вылетел! Что это, упало? Что-то попало? Это? Это пришелец! Это пришелец? О нет, кажется, он не настолько... Это там Сидоджи, кажется, их там всех убил. Ладно, мы видим, как они улетают. Нам надо заморозить этого пришельца, чтобы он не ожил. Да, мы его положим в эту воду, чтобы он заморозился в ледниковом периоде. Так-то. Ну, наш проект подходит к концу. Да. Наши эксперименты вы можете увидеть. Да. В старых файлах. Нашего вот проекта. Это. Так да. Что, нам нужно закончить эпизод. Ну что ж, ребята, на этом мы закончим. Моя камера не хочет разряжаться, но фиг с ней. Ладно, если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал, можете вступить в группу ВКонтакте, можете подписаться на Банимена, можете подписаться на KFC Woman, можете подписаться на Сидоджи. Да. Можете подписаться на это ухо. Да. Ладно, всем удачи и пока. Не проводите такие эксперименты. Да, всем пока. А также ты сможешь увидеть различные анимации и интересные летсплей по Гаррис Моду. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. И поставь лайк под видео, я буду очень этому рад. А так, удачи и береги себя.